Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале Hardcore непрохождение от Михаила. Не только это у нас, в общем, продолжение прохождения игры Postal 2 и вторая серия, которая называется, в общем-то, по названию Миссии Вторник. Миссия называется по названиям Дней недели. Мне кажется, игра будет не такая прям большая, наверное, где-то 7 миссий. Понедельник, вторник, в общем-то, вторая миссия, третья среда, четвертая, четверг, пятница, пятая, суббота, шестая и седьмая миссия, наверное, финальная, воскресенье, мне так кажется. К этому запускал, в общем-то, за начало игры. Так, Дум Чампа. В общем, берем. Интересно, скажет ли он эту фразу из Виллиса? Может быть, если я попрошу? Я уверен, ему это нравится. Мэр объявляет день Гарри Колмана. Гарри должен появиться в супермаркете Парадис. Демонстраты собираются пикетировать библиотеку. Но открывается библиотека, полиция озабочена внезапно разрушенным с вчерашнего дня числом убийств. Сегодня начинаются репетиции духового оркестра. Не знаю, столько всяких новостей, поэтому не знаю, каким образом они с собой связаны. Так, что нужно делать-то? Это миссия. Так, в общем-то, первое исповедаться в грехах, видимо, это на церкви, типа. Потом вернуть книгу в библиотеку и получить автограф, видимо, идти в другое место. Вот, вот интересно здесь, что понятно, куда дальше идти, какую первую цель выполнять. Первую именно, или без разницы все-таки. Как хочешь, так и выполняешь. Можешь, кстати, попробовать сходить в первую плотность, которая была ближе находится. Книгу вот эту вернуть, не знаю, что ли. Она всех ближе находится. Давай попробуем все-таки проверим-ка, как будет. Интересно, если это работать. Так, нам, конечно, палить, потом сейчас начнут еще. Зараза. Все, смотрят, что начнут сейчас палить. Сейчас начнут палить. Может туда пойти? Так, не знаю, это туда или в общем. Как бы можно пойти туда. Ну и че, мужик, ты пошел там? Я тоже пошел. Так. На кабы нам нужно идти-то. По-быстрому сходим. Ох ты! Какой-то странный. Здрасте, мужик. Это тоже самый. Извини, конечно, я пошел. Куда вообще пришел, непонятно. Я, по-моему, не по той дороге вообще пошел. Ох ты! Заразы такие. Отлично, сохранение. Что у нас дальше? Мы вообще, по-моему, туда идем или еще интересно. Туда ли мы вообще идем? Хотя можно туда. Чёрт, какой-то путь довольно далековато, мне кажется. Да, вот здесь, конечно. Еще надо разобраться, как попасть в все эти локации. Так. Да, где мы вообще находимся? Интересно. Здрасте. Туда можешь пойти. По-быстрому свалить. Если, конечно, не повернуться в другую сторону. Чем там по оружию-то? Ну, как бы неплохо все. Ох ты, у нас еще есть-то. Но я тратить пока ничего не хочу. Блин. Нам вообще куда тебе? Спасибо, сюда. Интересно. Так, мы идем по какой дороге. Так, если повернем. Хотя не знаю, конечно, это я куда здесь. Пробуем пока пойти по той дороге. Так, не сюда, а сюда пойти. Ай, оказывается, в общем, даже все туда я зря даже ходил. Не стоит идти. Но вообще нужно все-таки идти. Телака в самом первой локации, где мы еще в прошлой миссии как раз выполняли. Задание первое. Что-то бас всех обойти бы. Как бы вас всех обойти будет. Незаметно. Здрасте, это же
Я даже до первой цели пока еще не добрался. Что-то я, конечно, туда пошел. Ой, блядь, что такое? Я даже до первой цели еще не добрался. Вот офигеть вообще. Пока не поймешь, куда пойдешь, блин, просто время пройдет. Они вообще борзили с этим. Куда мне идти, вот, а? Право надо идти, по-моему, да ведь? Хотя влево-то... Можно влево, хотя? Надо влево все-таки идти. Чё, влево надо идти, нет? Ой, там сколько ходит-то. Да и не ну вас нафиг. Сколько там ходит-то, оказывается. Пойду косяки пройду другим. Мест. Ой-ой-ой-ой, чёрт раздери. Мне кажется, вот это нужно идти. Ой-ой-ой, как там проходить пройдется. Дордом. Так, только не смотри на меня, вот я пойду вас тихонечко. Да идите в жопу счет, а? Только не палите по мне. Давай, давай, быстрее доберемся. Фух. Успели. Черт, раздери всех там. Хочется подальше сохранить, блин. Ты аптечка тебе добрался бы, сохранился бы, нет. Черт, там эти оказались идиоты. Это чуть просмотрят нас. Блин, где тут куда-нибудь посмотреть по делам, не знаю, что-то нам надо смотреть, не знаю, все. Только любуйтесь, любуйтесь, чего любоваться. Черт, раздери. Всегда не вовремя так вот происходит. Покойник к себе идешь, идешь, блин, нет, начинает по нам нас зырить. Вот. Чё он, не знаю, надо? Чё, я даже это первое место никак не доберусь. Вот. Что за игра какая-то вообще? Иди-ка сюда. Получается. Какого фига? Да вы там что пуляете-то, блин, по мне, иди сюда лучше. Нечестно, что за окна пуляется. Гранат черту кинули. А все просто здоровенько сняли. Попросту все здоровье сняли. Блин. Все хорошо шло. Нет, мне надо взять на спорте так вот. Черт, это на батадачу сохранится. Вот так мы с вами сделаем. Так, мне уже не... Мне нужно поискать... Круто! Так, еще пончик. Там еще, по-моему, тигоньки. Мне нужно поискать пускайте лекарство. Давай бежим, 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 бежим. Фух, отлично. Ждем их. Ждем их сюда. Иди сюда, все, блин, оба, идите сюда. Идет, идите сюда, блин. Давайте сюда, идите, идите. Так, идут сюда. Все, получили свое. Так ему и надо. Валим пока отсюда. Фух, хотя бы здесь справились. Так, еще надо достать будет сейчас. Ян пригодится. Там еще не все враги. Так, ага, прям вот там все столпились, там молодцы просто. Так, они у нас там. Пусть пока идут. Тьмом, с нас угостим просто. Готовы. Оба. Тихо-тихо, динамит, динамит. Взорвется. Фух. Дурдом. Сволочь, взорвали динамит свой. Меня придет. Да. Да, сволочь, ты под...
Да блин, ты там сдохнешь. Да блин, как уверен, ты не подыхаешь, скотина, ты, блин. Стрельбун, ты хренов-то. Черт, дерево, ты живой, какие вы там все. Да еще один идет, скотина. Да дуреть, конечно, вот, а. Сколько же вас там будет, не знаю, еще бежать к нам. Дурдом. Дайте уж наконец-то хлебнуть аптечку хотя бы найти. Вот. Черт, а где я? Мне ведь аптечку, да дайте. Дайте мне аптечку. Я думаю, это месяц сканить стоит. А, такой... Да блин, открывайся ты. Там живой, что ли, еще? Зараза, он живой. Там с огнестрелом, что ли? Так, все-таки уж это месяц сохранюсь. Давай. Придется. Что-то не происходит. Что-то за бредоч какой-то. Че, меня, блин, постоянно задевают, не знают. А им пофигу все. Мне нужно поискать лекарство. Хоть какая-то птичка. Блин, да ты не затревай, что это сейчас не вовремя, а? Мне просто тоже грабик это. Да мне определенно нужно еще. Так, сам главное, подходи к этому огню еще вот. Значит, аптечку сам главное забрать по-быстрому, найти вот и все. А то иначе нам кобздец. Только не скажу, что-то есть. О, эта штука хорошо действует. Да, мне сейчас аптечку буду добраться, вот там где-то неподалеку есть место. И можно аптечку взять. Так, все, отлично. Меня, наверное, не согрели, что ли, да? Мне определенно нужно еще. Так, эти идут сюда. Ай, пиздец какой-то. У нас патроны еще понурем просто. Так они мне сюда идут все. Как бы вас пройти, вот незаметно знает, а? Нам, блядь, вообще-то надо идти-то. Вон по той дороге как раз вот. Наверное, туда нужно идти. Чё, сколько вас там ходит, офигеть, а? Как его всех пособойти, не знаю, вот. Мне они сюда идут, сволочи. Хватит тоже ходить там, не знаю, вот, а. Пойдем-ка сюда лучше. Помню сюда, ну, нужно идти, да? Да, я все правильно иду, я все правильно иду. В этот туннель нужно идти. Да, ёпта, да неужели мы все-таки прошли? Ох. Че, да, туреть. Все-таки наконец-то везет. Хотя еще. Хотя еще радоваться. Ну отлично, хоть сканин сработал. Так, теперь нужно идти прям-прям, потом налево повернуть. Прям-прям-прям, потом налево. Так, ну, не палит меня. Не палите меня, все, я прохожу мимо. Так, мы идем налево. Теперь нужно, по-моему, куда еще? Так, ну туда? Нет, а не туда. Например, туда нужно, да? Да-да-да, вот туда, в ту сторону церкви-то. Так, это у нас явно туда. Нужно прямо идти. Клиника, банк, свалка, завод. Так, где церковь? Какого фига это? Как это вообще? Да блин, какого черта вы не поняли палить там не по мне, и пугают. Чё за бред вообще какой-то? Тот самый, я не тот самый, я вообще-то не тот. Никогда не был им. Я не помню, туда не туда пошел. Это станция у нас, это нужно в какую сторону идти, в эту что? В эту сторону нужно идти. Через станцию, что ли? Да ведь? Или нет? Вряд ли, я думаю, надо было пройти вот там где-то. Да
Так, как нам пройти к церкви-то? Сюда, что ли, все? Фух, ну что, мы попадем все-таки в эту локацию. Наконец-то. Так, мы где? Кажется, церковь все-таки идем. Отлично просто, наконец-то. Ой, пиздец, хрен мимо не прорвешь тут. Без палева-то. А дурей там все как ну, соборлось это. Дайте пройти спокойно, что ли? Нигде не пройдешь это. Вот. Этих мер потрогай, больше не трогать этих вот идиотов. Так они мер. Вы, вероятно, думаете, что я не очень хороший. Динамит! Черт, динамит! Фух, я чуть не подорвался на динамите. Какой вариант? Ты откуда взялся вообще, идиот ты? Блин. А мне определенно нужно еще. Откуда ты вообще взялся? На столе ты сбил. А это за маму. О, пруд там. Сволчи. Да какого хрена там? Отдохните вы там все, что ли? Наконец-то. Еще порут, ёпсим. С этой стороны теперь прет. Хотя бы так уж перепродумаешь, получится. Сохранить где-нибудь в другом месте. Люди, может быть, сохранится. Чтобы заново все не проделывать. Какого фига? Ох, сука, вас там! Офигеть, что там! Чёрт, дядя, сука ж у вас там будет? Круто! Ну, давайте, потухай. Вот. Мне нужно поискать. О, эта штука хорошо действует. Так, здесь больше никого мимо нету. Надеюсь. Так, отлично. Аптечку берем. О, эта вот. Штука хорошо действует. Угу. Да точно. Так, здесь, к пониманию, больше же никого нет. Так, вот она. Куда можно идти? Да, все уже чисто. Мы уже всех место освободили себе. Благослови меня, отче, я сильно согрешил, очень сильно, не, я не шучу, я большой грешник, да. Вы положили приношение в ящик? Да. Тогда вы прощены, сын мой. Следующий. Спасибо. Перец или пунина? Довольно близко. О чем это ты? Если бы это касалось твоей эй, задницы, приятель, ты бы знал. Хули ты сюда лезешь? Черт побери! Что же, приготовьтесь к смерти, неверные. Поднимайтесь, мои мирные собратья! Пришло время пересмотреть библейские заповеди! Ну вот, отлично. Так, сохранимся-ка. Черт, неудобно-ка тут. Два гранатометчика, охренеть, там вообще все. Там все, блин, гранатометами бегают. Извините, у меня что-то с нервами, сегодня не в порядке. Да понятно, что не понятно, как будет в порядке с нервами, если повсюду эти идиоты бегают. Еще один. Да, еще один. Еще один. Готов.
И еще один. Надо было так со всеми разбираться. Так, мы не уже лучше. Да, может быть и лучше. Извини. Ух ты! Динамит, кажется. Какого фига? Какого фига ты подыхаешь-то? Блин, охренеть, я там все патроны его стратил. О, это все, что они могут, а? Круто! А, дуреть, конечно-то. Пробочек там всех поснимай, когда они там с РПГ бегают. Получайте, сволочи, давайте сюда бегите. Давайте, друзья. Где вы там? Так, эти нас не прибегут, а со стороны. Отлично, просто... Прощай, крошка. Да сейчас скоро заканчиваем вас. Да ёб так мини поджигай. Да бери ты пустой автомат. Чёрт дерево, да? Да, себя поджигают, молодцы. Так быстрее подохните. И нам не мучиться, не придется. Блин, там с этим РПГ хрен их снимешь вот. Не очень-то удобно. Выходить-то отсюда. Да блин, охренеть вообще просто, а. Да, дурень, там его уж тебя поубивает, может. Наконец-то. Одного сняли, блин, на остальных. Молодец. Готов, что нет? Неужели все готовы? Так, наконец-то. Сможешь тут свалить хотя бы, может, надеюсь. Ты мне определён, а? Круто! Так, все собираем. Все пригодится. Так, хотя, по-моему, еще одна аптечка должна в каком-то месте быть. 11% здоровья, ладно, ничего, все нормально будет. Надеюсь. Если, конечно, там с оружием никого не будет. Так, все, отлично. Скоро заканчиваю. Собираем, все собираем. Все пригодится. Ох, сколько здесь аптечек-то. Так, мы не уже. Вот, это, конечно, я что-то даже не посмотрел, наверное, что здесь оказывается тайничок-то был у нас. Ну, наконец-то мы сюда выбрались все-таки. Фух. Черт, дери. Местечко, конечно. Довольно. Слава богу. Фух, так, с теми разбались. Теперь. Так. Теперь уже сюда валить просто отсюда. По-быстрому. Так. Угу. Я сходится библиотека, интересно, но я, конечно, понимаю, где она находится. Наверное, сейчас на каким-то камикадзе попрут, мне кажется. Нас просто так в покое не оставят, явно. Так, в общем, там лево нужно будет идти. Идем пока прямо и влево потом. Ой-ой-ой. Какого фига ты... Так, блин, влево. Нет, мне не помню, не влево, нет, или влево. Идите вы в жопу все, идите в жопу. Останьте от нас. Так, потом вправо нужно будет идти. Отвалите от меня, пожалуйста. Да отвалите. Отвалите, что вы там вообще что ли борзели, что ли? Пошли дальше сюда. Черт, блин, на губки-то.
проходим мимо, они нам по нам палят. Блин, мимо их хрен пройдешь, вот. Сволочи. Вот не пройдешь мимо них, они там... Он убийца! Да, блин, чё привязаешь ко мне? Да... Идите все в жопу там, а. От этого может остаться шрам. Заколебай, прослужайте. Все, нет больше никого, успокойтесь там. Блин, как бы мимо вас пройти всех, вот. Блин, тратить не хочется, прям найти. Да как вариант, ты еще живой, ты не знаю. Да, достали уже просто. Что ты, конечно, вас вот хе... В общем, нифига убьешь. Что такие терминаторы, по-моему. Я что, быстро убиваю вас? Блин, вообще образили. Я предоставляю всем... Да отдохнет уже. Блин, не аптечку чтобы взять бы. Ох, блин, сколько вас там поперло-то. Черт вас дери. Да, меня просто везет. Мне просто везет. О, эта штука хорошо действует. Мне нужно поискать ли... А? Валить надо отсюда, валить надо отсюда. Побыстрее. Если получится. О, отдурили там вообще просто. Чертери. Может, где сохранится, не знаю, вот. Да офигеть просто, а? Только не значит расчистить хочется. Да еще не подыхать с ним, по-моему. Достали уже просто. Где-нибудь вообще аптечку будут найти вот. К обычной аптечке хрен дадут. Дурить, он еще где-то стоят. Сколько-то врагов. Все, готовы все. А, еще бежит. Получай. Все, сдох. Надоел уже, все. И там еще, ты еще, там, тут еще есть, что ли? Так мне уже, а? Круто! Ч ты. Ч. Да я просто что такое было? Чем-чем бы найти вот нас. Там, не знаю, еще что ли там есть. Кто-то. Может хотя бы надеюсь, получится пройти незаметно тут. Блин, сколько же раз там ходят? Тихо, давай спускайся вниз. Быстро-быстро-быстро уходим. Быстро-быстро. Тихонечко. Самое главное, чем отсюда выбраться бы и все. Блин. Как достижение. Спасибо. Если выбраться бы надо еще. Весело. Только чтобы нас бросит выйти бы, нас чтобы не убили еще плюс к всему. Тихо-тихо, быстро. Быстро. Уходим. Фу. Ох, слава богу, смотри. Ай. Ох, сохрани, так. Черт, ну прямо как бы идти нужно.
Если, конечно, снова никто не спарит. Если нужно прямо, потом повернуть будет направо. Чё-то как вас мимо вас пройти всех интересует. Четыре потом здоровье-то. Я прохожу мимо. Это не волнуйтесь, друзья. Я просто пройду мимо. Все. Меня больше нету. Так. Ну, может быть, уйти будет. Куда сейчас посмотрим? Блин, идет еще одна. Пиздец. Не вовремя. Ой, не то вообще. Блин, да не то нажал. Да пиздец куда. Черт. Не то вообще нажал. Так, ну сюда надо идти. Так, может, кого сюда идти? Оказывается. И сидим, находится библиотека-то. Так, библиотека, ему это вот она, библиотека, что ли. Я так понимаю. Марика, никого нету. Что интересно. Да, Марика, это есть библиотека-то. Да, прям же далеко находится. Все бы еще сохраниться там месте, думаю. Стоит. Ага, Марика, переход на локацию. Думаю, и так не надо сохраниться. Это сейчас само собой игра сохранится. Так, с библиотекой Ян, да? Попали сейчас, по-моему, попали куда-то. Что-то, блин, не получается вообще. Чёрт возьми, там всех. Привет, привет, привет. Горите в аду. Чёрт, я не туда пошел, не пошел туда. Сходи ко мне. Вы, вероятно, думаете, что я не очень. Там еще вот так враги прут. Да, побивать, побивать себя, друзья. Идите сюда, друзья. Ох, еще Марика два бегут. Не столько что там будет, не знаю, да? Сегодня день окончания ваших жизней. Ах. Что-то их слишком многовато там. Да, офигеть просто. Чё там их там столько много-то? Так, если что-то сохрани там вместе, что ли. Ой, да. Весело, ничего скажешь. Круто. Да, еще как круто, я согласен. Круто. Просто как офигенно, прям как круто. О, эта штука хорошо делает. А? Мне определенно нужно. Мне нужно поискать лекарства. Определенно нужно. Давай подыхай, засранец. Жирный ты засранец. Да что ты меня упор-то успел не попасть, а?
Зараза такая. Упор мне-то. Стрелил. Кто там еще хочет? Горите в аду там все. Мягко говоря. Еще не сдохли все? Давай, давай. Это еще тоже наполчился, видимо. Ну и пофиг на нее. Думаю, мне нужно найти. Мне нужно поискать лимита. Мне определенно нужно еще. Ну ничего, разберемся с этим. Так, всем. Мне уже лучше. С тем собачьим разберемся. Если, конечно, надеюсь, не бага будет. Так, мешает мне тут брать меня нафиг. Так, сюда что положить надо? Так, надеюсь, эта сука оценит мои усилия. Наконец-то, как раз вовремя! Простите, что опоздал. Кто-то взорвал мою машину. Сожжем эти книги! Они что, больны, что ли? Какие-то... Я не понимаю, что с ним еще делать. Дом поджигать хочу нафиг. Да пидец, что меня поджигает, черт? Че ко мне бежишь, сволочь ты? Где ты подальше? Да хренеть вообще просто. Вот зараза меня, нафига не знаю, поджигает меня тут. Да дуреть еще, не знаю. С ними вообще не справишься тут. Что-то как-то довольно страшновато миссия. Может так прибегите сюда лучше. Да дуреть просто. Это что за? Нет, ох ты! Нужно еще. Во, так, погоди, как раз здесь был тайничок, а я что-то про тайник-то не забыл, в общем, забыл. Точнее, не заметил тайник-то. Да сволочи, да там тоже сволочи, ты наконец-то, блин, черт дери, с тобой вот все здоровье поснимаешь. Вот. Блин, тут дворень, дрянь. Сволчен. Да хрен таки живучий все-таки, а. Какие все-таки живучие. Да офигеть просто. А мне определенно нужно. Так, уходим, уходим. Бронежилет, но слава богу, у нас есть. Так, а ну-ка так, давай-давай, лезь. Мне нужно поискать лекарство. Давай автомат бери. Надо было-то, конечно, разумнее использовать, а. Так, давай гранату, в общем-то. Ох ты, блин, граната. Надеюсь, меня не убьет. Да, все-таки задел ты меня. Все-таки меня задел, сволочь. Сюрприз! Блин, а как ты пропал, Синс? Ох ты, блин, блин. Пропался так, чтобы не загореться еще по всему. Еще соучи бегут там, бегут, кажется. Да сдохни тоже. Так, надо уходить отсюда быстро. А здесь никого... Нет, один и есть, кажется. Нормально вообще. Да, соучи. Блин, зараза такая живучая. Хорошо действует. Блин, еще бы такой-то ник найти бы. Еще бери, это как-нибудь пройти-то.
Еще бы не совочек, где-то здесь находится. Блин. А, пробуй сохранить, что не знаю, хотя бы в этом месте вот. Давай-ка. Да дурить просто. Так, а мне тоник здесь никого нет, тоника, никого нет, что тоника. Может какой-то тоничок есть? Нет, что никуда никого-то. Уже один уж. Во. Зараза, ты что такие живучие? Во, 50% здоровья, отлично, 50% здоровья, это просто отмена. Вовремя. Кометка, так сказать. Получай. Отмена все. Хотя, конечно, явно еще нам дадут так легко убраться сюда. Хотя тут никак-то немножко осталось. До спуска вниз стоим. Так, готово. Так, пора в чем-то ником спускаться. Пора спускаться в тайник. Так, лучше что убраться, потому что, ну, по-другому-то... Мы явно, наверное, не уберемся, да? Давай, в общем-то, залезай. Во. Я вот так уж уберусь. Там у тебя аптечки, плюс к всему, есть. Тут, ну, конечно, игра не сохранится в итоге, но ничего. Там, может, потом мы... Мне уже лучше. Давай, давай, спускайся вниз. Ну ничего, нормально все. О, эта о. Штука хорошо действует. Там еще бронежилет имеется. Так, да, плюс к нему еще собачки. Куча собачек, потому что туда они пока не полезли. Ох, отлично, все. Ох, нормально. Они там довольно живучие. В общем, полезли сюда. Берем пока оружие. Самое главное хотя бы цель этим самым выполнили. Надо будет первую добраться уже в другую локацию, без, в общем, бессмертия, чтобы потом за ночь это не пробегать. Еще отправляться в другое место. Только где второе место, третье, последнее место искать, я, конечно, пока не знаю. Все, отлично. Сейчас вернуть книгу. Что такое шла? А, локация, ладно, еще. Так, Гарри, теперь нужно кого-то найти, получить автограф. Так, это хоть супермаркет, так понимаю. Только что как туда попасть, я пока не очень понимаю. Вот. Каким образом туда залезет? Довольно сложновато будет. Наверное, все-таки. Хотя, возможно, снова вернуться в эту локацию, ту же локацию, где мы там уже были. Подумаем сейчас, вот как вот сюда убраться так. Надо типа, пойти, по-моему, вправо, да? Вправо пойти. А, ну все, хотя нормально все. Фу. Фу. Так, второй цель мы справились. Так, теперь идем мы прямо. Извини, дружище, я пойду мимо. Я тебе не мешаю. Все, 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 я пошел. Мне нужно идти прямо, потом будет, в общем, пробовать. Не знаю, где Эдгар находится. Я, наверное, супермаркет около. Мне кажется, в том месте, где мы... В общем, попробую, проверю все, в общем, все положения, где искать это место. Так, вот я нужно идти будет туда, вот в эту сторону. До туннеля добраться. Это, в общем, явно, 100%. Так, как мне войти? Так, как будете обойти? Полицейск как-то обойти бы, осторожненько. Так, чтобы не спарили. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Я ухожу, все. Никого не трогаем, спокойненько все. Не волнуйтесь там. Мы пошли дальше. Не знаю, к супермаркету, около, наверное, супермаркета, мне кажется, находится. Тут Гарри. Третий наш цель. На уж. Ой, слава богу. Так, первый фильм может найдем его, конечно, надо надеюсь. Ну, конечно, понять, как попасть как туда можно. Может, порет черт дери. Что сами делать, я не понимаю. Да блин, это живот не пойму.
получать, ублюдки. Надо вот так вас выносить нафиг. О, задолбали уже просто. И мне надоело, не знаю, за мной, пацаны. Чинись, спауниться. Ну что, все готовы? Есть еще кто-то живой есть. Сейчас все, наверное, перестанет гореть, и под птички забьем. Мне определенно нужно еще. Круто! Так, отлично. Тот еще идет, прет сюда. Да уж, конечно, весело. Что за... Я называю это... Да, блин, мент там еще порут. Там еще порут кто-то. Меня понимает только майор. Да, блин, там еще порут. Сколько там будет бесконечно перед, не знаю, да? Я просто валю отсюда. Мне нужно как раз в ту сторону идти. Вот. Они там будут вечно, наверное, это за нами ходить. Ой, потом еще... Замутили, конечно, задачку. Так. Значит, нужно будет идти снова влево, потом уже влево снова. Тогда, думаю, к ним уже пройдем. Тихо, блин, не надо мне полиция. За мной гоняться не надо. Не смотрите меня. Меня здесь нету, все. Не волнуйтесь. Годи-ка. Так, если пойду сюда. Так, все правильно. Так, мне сюда нужно идти. Так, я нужно сюда идти, правильно. Только один мужик прямо перед нами стоит, сволочь. Мешается. Завтра это будет болеть. Иди уже в жопу, а. Я говоря. Я аптечки сам еще найти вот. Где же ты будешь заходить, сигарета? Так, я нужно сюда идти. Как это обойти будет это здание вот. Найти этого. Так, а здесь-то хотя бы никого не будет? Кто-то ходит еще все-таки. Блин. Так, ну то я нужен не горит. Так, нужно вообще в другую сторону. Так, в какую сторону идти надо? Нам нужно идти вот. Попасть вот нужно вот. Куда-то куда-то не понятно куда. Так, это засранец смотрит на нас. Как я должен там попасть вот? Начинается сохраниться, в всякий случай будет здесь, в этом месте. Обязательно. Что? На нас пялится, блин. Сволочь. Так, я там я не пройду, наверное. Так, а если пойду сюда? Так, ну я, кажется, пойду, наверное, туда, куда нужно, да? Мне так кажется. Пойдем туда. Да, мы идем как раз... Возможно, идем... О, куда надо. Отлично. Задолбали, блин. Чё, не знаю, такое... Чё с ней такого, не знаю, блин, пулеметов безграничных патронов, которые вы просто все поубивали бы, все. Бессмертие бы дали вот нам. Получайте там, уроды. Ничего, говно уроды вы все там. Сгорите в аду все. Идите сюда. Все, подыхай. Да все, ты тоже. Он застоялся, и я вношу в него свежую струю. Все, сами всем покончили. Так, мне уже лучше. Сейчас соберем. Так, берем. Следующая бутылка. У нас бутылок полночь, будем всех. Привлекать внимание, сейчас будем и снова поджигать.
Так, здесь мы все зачистили уже. Пошла в жопу. Сволочь, ты сдохни, ты мразь. Фразе, вы подыхать вообще собираетесь? Какие вы живучие. Давайте, себя убивать лучше. Вот так вот вам, всем. О, эта штука хорошо действует. Ну да. Просто отмена действует. Сейчас мы всю территорию зачистим от этих. Кто там? Да, ты как хрен, только приперлась. Только мое оружие. Откуда они там при себе прутся-то, непонятно тут? Еще вот откуда они там бегут тут? Чё за бесконечный толп врагов вот? Ненавижу вот в среду игр этого ненавижу, респауны эти. Вот откуда они там берутся, не знаю, ты... Ой, пиздец. Вообще нечестно. Где это? Игра, это... Действует вообще, это работает, игра вообще. Откуда там, не знаю, ты взялся, ты респаунишь? Давайте себя поубивать заодно, друзья. Пошел отсюда. Игра вообще нечестно работает. А, дурел он что-то вообще. Фу. Вообще борзило. Так, я с ней кинусь туда, к тримоту. Не кидается он что-то не туда. Как они вообще кидают, интересно его. Коктейль-то молот через этот. Хотя я Марик работает. Так, с той стороны никого нету. И уже еще идет Кадина. Тут еще идет. Получил, зараза. Давай поджигай меня, попробуй даже достань меня. Вот сразу, смотри, кинул. Умный такой. Кинул все-таки. Ага. Из себя жопу убивал. Идиот. Молодец, конечно. Все, что, закончил там. Тут еще прется. Одуреть вообще. Да офигеть, они там вообще как тут. Как меня простреливают, я нихера не понимаю, что-то. Что-то они сейчас подойдут к этому отверстию, сволочи. Меня будут обстрелить из него. Дурили еще, что ли. Да уйдите отсюда, что ли. Зараза, вот мне как-то неудобно, они там... Он прямо сейчас около отверстия, блин, с которым можно меня пострелить. Находится, сволочи. Они там вообще поразили. Теперь этот гадин, это теперь этот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как бы тебя еще убить вот, а? Неудобно ты находишься. Хрен, да офигеть, вообще он там... Скотина такая. Как бы тебя прострелить бы нафиг, а? Зараза ты живучая. Он там спрятался, скотина. Вот. Я вот тут не выманишь это. Вот.
Давай, тихо. А как-то пуски прострелить бы этого гада. Извини. Ну что, все, закончишь пока что? Друзья у нас. Погоди, Дима, подожди еще. Сейчас, подожди немного. Мне нужно поискать лекарство. Круто! Еще раз раздели всех там. На, лекарство. Поискать так, лекарство там. Попробуй поищи еще лекарство. Черт. Ай. Еще припрется тут сзади, вот еще тут. Говнюк-то. На карте пока никого нету. Черт его знает. Поезд еще 10-1 делает. Сзади-то. Ай, трудом. Печально будет, если появится. Пахнет цыпленком. Ой, уже бегут. Сейчас один появится, да? Фу, слава богу. Бегут, бегут, так быстро прячемся, быстро. Блин, быстро прячемся. Так, тихо. Там еще появились сволочи. Прибежали. Так, и что они там? Патрон не хватает. Писать, потому что их убивать не очень удобно. Как бы осталось так вот вам кинуть, как три молота, вот не знаю, попробовать попасть вот. Нельзя бы не убить это. Давайте иди сюда, сволочи. Готово. Одна готова. Иди сюда, иди сюда, сволочи. Тихо, тихо. Готова одна. Иди сюда, что ли, но? Ничего не пойдет сюда, что ли? Не захочет? Там еще кто-то бежит. Ну давай сюда, что ли, ну? Давай иди сюда, сволочь. Ну? Попрятаться там уже. Ниже барика сова не дают. Чё, все, Гарик готов? Бегут, сволочь, бегут. Бегу, давайте себе идти сюда. Убивать себе заодно всех. Там, конечно, еще блоки на цену. Хотя, если попробовать из этой стрельнуть...
Все, сейчас идет сюда. А вот он. Один еще готов, давай еще один. Давай, вылезай. Зараза ты. Там где-то еще тут прячется. Вот. Ну давай, сделай, попробуй. А чем это ты, придурок? Еще горите. Один готов, это остался вот. Это для твоей мамочки. Гори ты, сволочь. Сейчас мы тебе гранат кинем, попробуем кинем. Ух ты, блин! Черди! Сейчас мы закинем эту соусу. Да, блин, я... там бы подальше кинуть было. Сейчас мы тебе подальше кинем. Так не хочешь, Марика. Ладно. Сейчас мы тебя зажжем. Еще зажжем, еще раз зажжем. Сволочь, а. Сейчас мы тебя добьем, не волнуйся. Готов. Все, готов, сволочь. Ох ты, блин! Из гранатомета, сволочь. Пуляйся. Готов. Тут еще есть каждый, да? А? Неужели? Довольно близко. Пришло время идти домой. Неужели домой теперь мой? Ох, наконец-то. Фу, сам вообще первый выбраться отсюда тут еще без потери. Фотограф этим самым все-таки раззабыли. Так, сходить пока нельзя, нужно убираться от локации, нужно убираться. Пришло время идти домой. Да понятно, что убираться домой нужно. Слава, еще тихо бубрс отсюда. А мне определенно нужно еще. А мне определенно нужно. Все, пошли отсюда, пошли. Пошли отсюда. Валим. Только немножко осталось. В общем, все, справились мы так с ТЦР. Вот таким образом, конечно, довольно нестандартным способом. А разобрали все-таки, в общем, задание выполнение. Разобрали автограф, это... Прикончу этого говнюка заодно. Фу, да уж. Жесть полная. Что-то игра, конечно, иногда страдает, в общем, своей этой... О, еще одно достижение. Получил автограф Гарри Колмана, я думаю получить на eBay за него целое состояние. Точно целое состояние. Скажи, а разве такие штуки не становятся более ценными, когда человек помрет? Да, а что? Ничего, могу я поработать на твоем компьютере? Среда. Раз уж я все равно буду поблизости, надо бы поздравить старика. Так, посмотрим. Похоже, мне придется идти вот сюда. А, день выборов. Система может и порочна, но я все равно пойду. Это мой долг. И рождественская елка. Опять тащить эту пожароопасную штуку в свой дом. Так, и где это?
Я думаю, мне нужно приниматься за дело. Ох ты, влез вообще-то. Но этим, думаю, заниматься будем уже, наверное, в следующей серии. Все-таки, по-моему, уже будет 3, которая. Это пока заканчивается вторая серия моего прохождения игры Postal 2. Я полагаю, что колонна пройдет без инцидентов, учитывая то, что все машины в этом городе больше похожи на бесполезный взрывающийся реквизит. Так, ну все, давай, посчитали. В общем, мы этим займемся, я думаю, в следующей серии, по номеру 3. С теми этими заданиями, вот, тремя еще. А это пока закончим вторую серию. Надеюсь, вам это видео понравится. Блин, игра, конечно, ну, довольно страдает всякими, всякими вот не очень-очень хорошими моментами, когда вот враги просто с воздуха респаунятся, бывает иногда. Когда их, в общем-то, этого просто не было. То есть, в общем, ты идешь, сзади никого не было. Идешь, потом прячешься, неожиданно враг на том месте, где его до этого не было. Хотя непонятно, как он гусятся, конечно. Идиотизм полный. Не знаю, как он вообще-то. Откуда он берутся так вот. Немножко низ это. Но игра, конечно, довольно неплохая, хоть хардкорная, очень, очень сложная. Не так все легко будет проходится. Ну, конечно, сложность бывает повышать тем, что просто в игре слишком много врагов. Очень огромное количество, которое просто большим трудом, конечно, приходится в большим количеством врагов разбираться. В этом, да, очень нереально сложно с ней справиться. Вот. Когда я просто толпой, на тебя бегу тут. Да уж. Ну, в общем, заканчивается вторая серия, увидимся тем самым третьей серии. Это пока что все. Если видео понравится, хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки. Обязательно оставляйте свои комментарии, свои мнения, точки зрения, свои советы, свои впечатления, свои пожелания еще будущем прохождении. Это пока что все. Всем был Михаил, всем удачи, до скорой встречи и всем пока. До скорой встречи. In between me and my brothers, we all around if it's going down. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right, our business done. We disappear into the night. Came up together, so we all down for the fight.